Юрий Гагарин в одно слово с маленькой буквы представляет. Господин хороший. Бля, мажор. Федеральному закону, разрешающему принудительную психиатрию, посвящается «Дурдом 2» в первом чтении. Музыкальный терапевт Петюня Тихонов. Если ты заболеешь, к врачам обращаться не надо. Если надо, то сами они обратятся к тебе. Твой диагноз прозрачен для острого взгляда докторов медицинских наук ФСБ. Если вам недостаточно денег, то вы шизофреник. Кто хотел, заработал, и все, что хотел, прикупил. Коль язык ваш развязан и боек, то вы параноик. Если вдруг вам не нравится Путин, то вы педофил. Это все увенчается славным финалом. Никаким вероналом не снять кавардак в голове. Забинтуют вам голову первым, ах, первым каналом. И туда, куда клизму с размаху введут НТВ. Модельерам опять же отыщется, где подвязаться. Медицина важнее, чем военный парад. Сколько стильных рубашек пошьют вам Юдашкин и Зайцев, как гламурно вас эти рубашки смирят. Это истинный способ очистить Россию от скверны, подружить тунеядцев с полезным трудом. Ведь недаром у нас популярнее фильма «Интерны». «Интерны»! «Интерны» — только шоу «Дом-2» про такой же дурдом. Предела б Москва и очистилась, даже Барвиха б потрясенную прессу затянут в халат. Но куда они денут такое количество психов? Ни в одной психбольнице не хватит палат. Под какой бы засунуть спасительный кров и где достать на строительство денег шальных? Очевидно, чтоб вылечить столько здоровых, полагается выпустить столько больных. Так что все производится строго по плану. Психбольные горою за родину мать. Если я охренею, к врачам обращаться не стану, сразу в Думу пойду. Или фильм о протестах снимать и стучать. Тра-та-та, господин хороший 30 апреля в театре эстрады хорошо пойдет.